Продажи люксовых автомобилей на Украине с начала этого года резко подскочили. Как утверждают эксперты, это может быть связано с экспортом в Россию через сопредельные государства. Лидером среди доноров премиальных авто для Москвы остаются Объединенные Арабские Эмираты. Продажи люксовых автомобилей с начала этого года резко подскочили. И это не в России, а на Украине. Как пишут местные СМИ, со ссылкой на украинских аналитиков, рост продаж составил 112%. Среди причин, как такое могло произойти, эксперты выделяют самые очевидные. Люксовые авто идут на экспорт в Россию. Лидером среди доноров премиальных авто для России остаются Арабские Эмираты. О нюансах современной автологистики Евгений Перельчук. Рост продаж люксовых автомобилей на Украине рекордный. В списке самых продаваемых премиальных брендов свои позиции улучшили BMW, Mercedes, Lexus, Audi, Land Rover, Porsche. В автосалонах очереди, рассказали украинским СМИ в местном агентстве «Автоконсалтинг». Местные специалисты говорят о нескольких причинах. Это мысли покупателей из Украины о том, что лучше сейчас, дальше будет хуже, и переориентация инвестиций с недвижимости в автомобили. Впрочем, главная причина, пишут украинские СМИ, в дальнейшем транзите люксовых авто через Польшу и Белоруссию в Россию. Спецоперация спецоперацией, но премиальный авторынок на Украине был, и его хотят реализовать. За участие в такой схеме на Украине недавно арестовали предпринимателя из Львова. По данным украинской прокуратуры, за последние полтора года он перенаправил заказчикам из России 45 автомобилей на общую сумму в 3 миллиона евро. Попался бизнесмен на том, что пытался возместить НДС с вывезенных машин. Впрочем, преувеличивать значение украинского люкса не стоит. Скорее всего, речь идет о частностях. Премиум авто везут в транзитную Белоруссию откуда угодно, и Украина в общем списке теряется, говорит частный автодилер Николай Барулин. Ну, везется все с Европы прямым путем в Беларусь, там работает посредник, ну, контрагент, так назовем его, растамаживает машины, дальше тралом, если это новые машины, гонится в Москву, все. Одинаковая история с Казахстаном и Дубаем. Беларусь абсолютно честная таможня, просто 50% льгота. А какие предпочтительные марки в основном? Как правило, везутся либо под заказ, либо такие распространенные, как Audi, BMW, Lexus. Новые, как правило, отдаются дилерам на выкуп. И дилеры их потом уже реализуют, плюс там 20% примерно от нашей стоимости, которые у нас покупают. Касаемо украинского рынка, я вообще имею отношение ко многим перегонщикам, много-много лет работы в этом бизнесе, и отовсюду гонят, только кроме Украины. Я прям уверен, что Украина – это очень узкий круг людей, это прям вообще настолько мизерно, что это не будет влиять массово на российский рынок. Гораздо более весомым вариантом для состоятельных россиян сейчас выглядят Арабские Эмираты, а точнее Дубай. На местном рынке есть все, от скромных марок концерна Toyota до Ferrari, Bentley и Lamborghini последних моделей, по 60 миллионов рублей за штуку. Посредники не только подберут российскому заказчику автомобиль, но и установят специальные зимние опции, персонально. В Эмиратах печка в машине и подогрев руля не нужны, поэтому вокруг адаптации машин под Россию в Эмиратах за полтора года вырос новый бизнес. Цена за доставку машины в среднем 3000 долларов. Везут в контейнер паромом до Ирана, дальше по суше куда угодно, от Дубая до Москвы за месяц. Причем логистика постоянно улучшается, и в вопросе премиум авто теперь не всегда нужна даже транзитная Белоруссия. Люди, покупающие Porsche за 3 миллиона дирхам, не экономят на растаможке, говорит автоэксперт Юрий Урюков. Дубай и вообще Объединенные Арабские Эмираты, они сейчас воспринимаются как один из главных пунктов покупки элитных автомобилей для доставки в Россию. И, собственно говоря, это не сюрприз, так было уже достаточно давно. Здесь речь идет о том, прежде всего, что, во-первых, сама палитра моделей, которая представлена на рынке, она достаточно близка нашим состоятельным потребителям. Кроме того, нет фактически каких-либо сложных барьеров для доставки автомобиля в Россию. Налажены уже контакты с местными дилерами, партнерами. По сути, вся уже логистика выстроена. То есть остается только подобрать машину под клиента, заручиться его поддержкой, одобрить цену, ну и, соответственно, доставить автомобиль в Россию. Поэтому этот канал действовал раньше, просто сейчас, в эпоху кризиса закрытых границ и различных санкций, естественно, это направление активизировалось. Сейчас логистические маршруты доставок премиум авто схожи с привычными каналами параллельного импорта. Проходят через Китай, Турцию и бывшие союзные республики. Западные СМИ, к примеру, The New York Times, посвящают большие материалы тому, как Россия с начала спецоперации наращивает число посредников для доставки на рынок роскошных автомобилей и дорогой электроники. Последний писк моды – доставка на Украину электрокаров из Китая. Схема стала популярной из-за программы по стимулированию продаж электромобилей «Поднеместный», где покупателям компенсируют до 7 тысяч долларов. Да, среди китайских электрокаров тоже есть около премиум. Например, кроссовер Хунцы EH-S9 за 14 миллионов рублей. Доля электрокаров по сравнению с прошлым годом уже выросла на украинском рынке на 13%. Надо думать, часть также отправляется в Россию, но точной информации по украинскому авторынку у российских аналитиков нет, по понятным причинам.